Знаете, могу вам рассказать такой метод, когда вы, к примеру, видите, что достаточно сложный сюжет. Раньше даже так это очень хорошо приветствовалось в художественных школах. Вот картинка, да, вот она у нас вот так вот, мы на нее смотрим. Картинку переворачиваешь, мозг понимает, что он пишет не пионы, а непонятно что, какие-то пятна, да, то есть уже нет вот этого образа цветка пионов, и в голове нету вот этого знания, каким пион должен быть, и мы уже переносим конкретные пятна определенного размера, определенного цвета, определенной формы, и потом поворачиваем картину и понимаем, что мы ее передали очень даже правильно, и все пропорции. Вот уголочек этого лепестка высветляю. Так, смотрим, где еще может быть какой-то лепесток. Здесь все хорошо. Если только размытость вписали, тоже можно свет где-то чуть-чуть усилить на зелени, да? То есть уже такие вот штрихи, если вдруг хочется.